Дорогие друзья, сегодня будем жарить вот такие картофельно-мясные оладьи. У меня осталось немножко фарша от тефтелей, от приготовления. Он уже с луком, с перцем, с солью, с рисом. Но я решила из него что-нибудь сделать новое, чудесное. Я его кладу к обжариваемущемуся луку и подожду, пока он немножко приготовится. Ну, минут 10 я его потушу. Сейчас прикрою крышечкой и потушу. С вчерашнего дня у меня осталось немного картофельного пюре. Я его подогрела в микроволновке. Прямо на полминутки поставила. Поперчим его. Добавим 2 яичных желтка. Я сюда добавлю еще немножко замороженного укропа. У меня его много, я наморозила летом. Вы можете свежий добавлять. А можете вообще не добавлять, если у вас нет или вам не нравится. Вот. Перемешаю тесто. Будущее. И добавлю сюда же 2 столовых ложки муки. И все тщательно перемешаю. У меня получится картофельное тесто. Очень вкусное. Прошло 5 минут, фарш у меня жарится вместе с луком, я его перемешала хорошенько. И сделаю маленький огонечек и прям вот еще на 5 минут до готовности фарша. Выкладываю чуть-чуть постывший фарш с луком в наше тесто. И как пел, перемешаю все, и как пел Шнур, мы будем жарить. Все, идем к сковородке. Ну вот, масло на сковородке чуть-чуть разогрелось. Я буду ложкой выкладывать наши будущие оладьи. Картофельно-мясные. Разровняю их немножечко, чтобы они горкой не были. Все, ждем, когда поджарится. Вот, одна сторона поджарилась уже. Мы аккуратненько переворачиваем нашу оладушку. Нет, сковородка немножко прилипает. Надо другую для таких оладушков брать. Прилипла там. Вообще здесь все уже ингредиенты готовы. И пюрешка готова, и фарш уже у нас готовый. Нам главное, чтобы они поджарились хорошенько. Вот. Ну, как говорится, первый блин комом, так у меня на первой сковородке. Ну вот, наши оладушки готовы. Я их переверну, покажу с другой стороны. Снимаем их. Можно выкладывать на какую-нибудь салфетку, чтобы жир из них впитался лишний в салфетку. Но я буду еще много делать, не буду я на салфетку выкладывать. Для второй партии я другую сковородку взяла, которая не липнет. Буду переворачивать уже здесь. Гораздо легче это все будет происходить. Лопаточка лучше прямая. Здесь у меня вот загнутым бортиком. И не хочет подхватывать. А, получилось. Перевернула и жарю. Ну, просто буквально, чтобы оно все зазолотилась и стала красивеньким. Там все готовое. Ну вот, дорогие друзья, все готово. Подавать на стол можно со сметаной или с любым соусом, который вы любите. Приятного аппетита!